Всем привет! Сегодня я хочу вам показать мылка, которую я купила в мае. Ну, сегодня только, а еще, конечно, не закончился, но уже все, с покупками я закончила. Ну, давайте, наверное, по традиции начну я с хозиков. Первое, что я купила, это вот такой вот щедрик, без которого я жить просто не могу. Удачная партия мне попалась. Оно бывает темнее, бывает светлее. Они у нас, хозики, то появляются, то пропадают. Сейчас вот как раз самые мои любимые хозики у нас опять в магазинах появились. Ну, я решила закупиться, чтобы, в общем, они у меня были. Вот этот хозик, я не знаю, какая партия. Они же без упаковки, просто в ящиках. Надо было, конечно, продавца попросить, да, чтобы она посмотрела на ящики, на этой, на коробке, какая партия. Ну, как-то не захотела заморачиваться, сама заморачивать их. В общем, вот такие вот щедрики. Конечно, я его не один купила. И не 5, и не 7. Больше, ну, показываю один. Вот такие вот щедрики. Обалденная мылка. Обалденная просто. Почему другие производители не делают такое вкусное мыло, как вот щедро, не знаю. Тот же слобожанский мыловар, тут те же мыловаренные традиции. Блин, ДСТУ одно и то же, но ароматы, конечно, фу-фу. Далее, вот такой вот щедрик. Он отличается по аромату с вот этим. Здесь 120 грамм. Давайте открою. В принципе, как бы я в прилипушках показывала его, открывала. Такой вот махонький тоже брусочек. Они отличаются. Вот этот щедрик, он пахнет семечками, он пахнет мокрым деревом, древесиной, вот такой вот опилочками. Такой аромат у него яркий, вкусный, насыщенный. Этот щедрик, он, ну, практически без аромата. Вот он чем-то мне напоминает слона, невскую косметику. Такой он, нейтральный у него аромат, но он очень тоже вкусный. Ну, естественно, конечно же, я тоже его купила, ну, не один. Далее купила вот такой вот мылка, чисто. Тоже офигенная мылка. Здесь ТУ, здесь не ДСТУ, здесь уже ТУ. Красивый штампик, 72%. Ну, здесь пахнет халвой, пахнет хозиком таким. Офигенный аромат. Тоже, ну, не один брусочек, это понятно. Руки загребущие, в общем, так. Это по хозикам все. Так, теперь, что такое случилось у нас с камерой? Так, теперь смотрим что? Смотрим вот такой вот мылка еще. Это тоже мылка ручной работы, handmade, это Украина. Это у нас смородина, по-моему. Сейчас понюхаем, здесь не написано, с чем оно. Натуральное мыло ручной работы, по-моему, смородина. Это первый брусочек, это именно вот этого мистер Скраббер. Я не покупала его ни разу. Купила просто, вот такое вот оно еще, бумажечки здесь. Просто купила посмотреть, какое оно. Ну, ну, по цене не дешевенькое. Вот такая вот красивенькая уточка. Да, это смородина. И пахнет оно нереально вкусно смородиной. Именно листом, смородиновым листом. Очень вкусный, насыщенный аромат. Классное. Такой есть еще ананас. Ну, там много, там и клубника со сливками, и шоколад. Ну, я еще, наверное, хочу попробовать купить ананас. Клубнику со сливками я как-то не очень, а вот ананас кисленький должен быть очень вкусный. Так, далее. Вот такое вот мылка мне попалась. Оно у меня, я уже его использовала, оно у меня уже было. Это германская мылка Балиа. Это у нас алоэ вера, экстракт алоэ вера. Вот такой красивый пухляшек. Основа кремовая, присущая вот этим всем германским мылкам. И
зелененькая свежесть. Вкусненькая мылка, ну, поэтому я его и купила, потому что оно очень вкусное. И, кстати, оно очень обалденно пенится. Пена прям такая густая, классная такая, ну, вообще просто суперская. А, вот такие вот красивые у нас две новиночки появились в Украине. Два вот таких вот красавца. Две дурушечки. Это лаванда и цитрус, лимон. И еще что-то, не знаю, вот этот какой-то корень. Не знаю, в общем, так. Лаванда и мед. Здесь у нас сколько? 4, да? Здесь у нас 4 брусочка по 90 грамм. Вот такие вот красивые полосатики. Нереально вкусно пахнет. Ой, это просто супер лаванда. Обалденная лаванда, просто кайф. Очень классная. На сайте Эпицентра брала. Кто с Украины, девчонки, зайдите на сайт. Не пожалеете. Обалденное мыло. Вот лаванда классная. И здесь вот лимон. Что же это такое? Не куркума. Ну, в общем, женьшень, наверное. Ну, какой-то, в общем, корень. Не знаю. Не скажу вам, какой корень. Такой вот тоже красивенький. Здесь больше полосочки такие темненькие. Здесь оно такое светленькое. Пахнет, оно пахнет, знаете, чем пахнет? Аромат просто бомбический. Апельсин и грейпфрут. Вот просто апельсин и грейпфрут. Очень вкусное, очень яркий аромат. Прям такой цитрус. Вот это цитрус, моя любовь. Так, такие два. Далее, что у меня? Факсики. Тоже на Эпицентре. Вот такие вот факсики. Так, это у нас что? Свежие цветы с витамином Е. А цветочки как подснежнички наши. Ну, они называются у нас в Украине пролисок. Не знаю, как будет на русском. В общем, такие синенькие. Вот такой красивый брусочек. Пахнет как дуру, как факс, не глицериночка, а вот именно вот такие вот кремовые, морские, морской аромат, как дурушечки с морскими отдушками. Такой же огурчик я его мылила в сет зеленый, брала такой вот зелененький. Ну, так нежно-нежно пахнет огурцом. Не скажу, что прям такой яркий огуречный аромат. Нет, такой нежненький. Цветы лимона. Беленький брусочек. Химозненький лимончик. Такой цветочно-лимонный аромат. Ничего такой, неплохой. Молоко. Такой беленький. Такой, знаете, на что похоже? Такой немножко химозненький, даже порошковый. Мне похож на Докса. Вот там, где серия «Ночная синева», «Утреннее дуновение» и «Белый жемчуг». Немножко на «Белый жемчуг» похож. Ну, здесь нарисован жасмин, да, романс. Ну, больше как цветы жасмина. Такой зелененький, красивенький брусочек. Ну, кислый. Я не скажу, что он пахнет жасмином. Жасмином он не пахнет совсем. Такой, ну, кисловатый. Не особо. Такой какой-то травяной и кисловатый аромат. Нет. Мне что-то как-то не очень. И вот такой вот арбузик. Ой, арбузик просто бомба. Арбузик. Прям арбуз-арбуз. Очень вкусный. Даже вот бьянка арбуз мне как-то заходит, очень нравится. Но бьянка такой прям насыщенный. Есть горчинка.
А здесь вот прям свежий, натуральный арбуз. Очень вкусный. Арбуз очень вкусный. Так, далее. Франция. Луксия. Это у нас с маслом конопли, с конопляным маслом и календула. Такая вот полуглицериночка. Кремовая такая пудровая основа, не кремовая, даже сладенькая такая пудровая, и цвет, даже такой не цветочный, а немножечко такой свеженький, как зелененький аромат. И вот такая вот еще луксия, это у нас что алоэ вера и гибискус. Брусочки эти у нас по 100 грамм. Здесь кремовая мылка, здесь уже не глицериночка, такой тоже красивый беленький брусочек, приятный очень, цветочный, опять-таки кремовая основка и, ой, очень вкусный цветочный аромат, вкусненький. Так, что у нас дальше? Дальше у нас Болгария. Вот такая вот роза. В мае я, это, по-моему, четвертый уже брусочек у меня. В мае я использовала уже один такой. Это роза, которая, ну, роза это вообще не мой аромат, но это единственная роза болгарская, которая мне заходит. Те брусочки у нас были беленькие. Вот сколько у меня три брусочка были у меня беленькие. Вкрапление здесь есть, оно идет как с натуральными лепестками розы здесь есть. И этот розовенький, те белые были, этот розовенький. Розочка такая приятненькая, кисленькая, не ядреная, такая, знаете, болгарская, сладкая, прям что вырви нос, а такая вкусненькая. Садовая вот эта роза, из которой варенье варят, я знаю, знаете, такая она вкусненькая такая. И вот такая вот тоже розочка, это тоже Болгария. И простите, ну здесь уже без вкраплений, просто розовенький брусочек. И чем-то она похожа на вот эту, тоже не ядреная такая, не противная. Приятненькая, кисленькая, есть кислиночка, приятная розочка. Вот такой вот брусочек, тоже я у девчонок уже в обзорах видела. Такие у нас на украинском рынке, видела только два, жасмин и, ну, написано сандал было, но здесь я вижу кардамон. В общем, написано было на сайте как сандал. Не знаю, кто производитель, но я думаю, наверное, как Индия, может быть. Кто знает, девочки, подскажите, пожалуйста. Ну, жасмин я себе не брала, потому что жасмин это не мой аромат, я его не люблю. Вот такая вот прикольная упаковочка. Достану, не достану я его. Ну, он в пленке. В принципе, открывать не буду пока. Но да, пахнет сандалом, сладкий такой аромат и пахнет немножко специями. Такой вкусненький, аюрведический. Подскажите, я не помню, у кого я видела обзор, там было много видов. Там 4 или 5 было брусочка, вот именно вот таких вот. Кто производитель? Я думаю, что все-таки Индия. Еще Индия, аюрведическая мылка. Это у нас что? Травяное мыло. Вот такой вот красивый брусочек. Интересненький. Ну, такой аромат. Аюрведический. Немножко так, знаете, как одеколонный, что ли. Но они все аюрведические такие. Насыщенные довольно-таки ароматы. И вот такой вот. Это была капха и вата.
уже травяное мыло. Там тоже бы там и роза была, и жасмин был. Линейка довольно-таки широкая у них. Ох, этот прям здесь и корица, и гвоздика. В общем, здесь прям специи. Но этот больше на зиму, на холодное время года. Так, Италия. Два вот таких вот я купила итальянских мылка. Тоже ждала я долго на них скидочку. Дождалась, выхватила все-таки. Так, это у нас мускус. Вообще, если переводить, жидкий мускус. Ай. Немножко. Вот такой. А здесь вот написано тоже, если дословно переводить, кролик. Что за кролик, не знаю. Ну, в общем, переводится как кролик. Такой вот красавчик. Кругляшек. Ну да, пахнет сандалом. Очень вкусно, сладенько пахнет. Тоже такой аромат больше как на, ну, на зиму. Потому что сейчас оно будет, наверное, кажется мне, душить. И вот такой вот Fresh Baby. Свежая малышка. Так, у нас эти брусочки идут по, наверное, по 100 грамм, я думаю. Нигде не написано. В общем, мелким почерк. А, 100 грамм, да. И вот такой вот желтенький красавчик. Ну, этот пахнет парфюмированно. Свежий такой. Ну, не цитрус, а как цветочный парфюмчик такой. Ну, тоже очень насыщенный аромат. Сейчас, наверное, он, мне кажется, не пойдет. И вот таких вот греческих у меня купила я себе 3 брусочка. Вот такие вот красавчики. Так. Первое у нас это, что греческие травы. Вот такой вот. Интересненькие. Красивые очень брусочки. Это папудзанис, Греция. Очень красивые брусочки. Здесь травки. Прикольные. Ну, аромат. Ох, аромат очень насыщенный. Здесь и базилик, здесь и розмарин. В общем, здесь прям травы. Такой ядрененький. Не зелененькой травкой пахнет, вкусненькая. Такой довольно-таки. Ох, аромат тоже больше зимний. Так, это у нас опунция. Вот такая вот красотушка. Здесь тоже оно идет вкрапления такие. Видно. Ну, здесь пахнет приятно. Здесь вот именно пахнет зелененькой травкой. Вот здесь вот есть, да. Здесь как зелененькая вкусненькая травкой пахнет. Ну, тоже такой яркий очень аромат, насыщенный. И кумкват. Знаем, да, все, что такое кумкват. Вот эти маленькие мандаринки. Здесь беленькая. Просто. Ну, здесь реально кумкват пахнет вот этим цитрусом. Ой, упала упаковочка. Пахнет цитрусом. Ой, классный аромат. Это мой. Это цитрус, это мой. Горький. Горький вот этот цитрус. Кумкватик. Пахнет очень вкусненько. Ну и вот такие вот махоньки. Это мне в подарок присылали. На сайтах покупаю то там. И мне в подарок набросали в посылочку вот таких вот малышек. Малышей. Так, это у нас мыло для рук. Это тоже Греция. Вот такой вот. Это отельная, я думаю, мылка. Вот такой вот маленький. Ну, пахнет очень приятно. Пахнет просто
Просто кремовый сладенький аромат. Ничего особенного. В общем, ну это мне так. На раз, даже на раз, наверное, не хватит использовать. Так, это у нас сухой гель для душа с оливкой. Тоже такая вот маленькая таблеточка. Сколько здесь грамм? 30 грамм. А здесь сколько? А здесь 40 грамм. Вот так вот. Здесь очень вкусный аромат. Здесь пахнет парфюмчиком. Больше такой к мужскому парфюму. Вот такой приятненький, вкусненький. И вот таких вот тоже два мылка. Здесь сколько грамм? Так, ну здесь же везде оливковое масло, да, в греческом. 43 грамма. 43, именно 43. Ни больше, ни меньше. Вот такой вот тоже. Есть еще какие-то здесь вкрапления. Это тоже пахнет вкусненько. Фруктовый такой аромат. Они все мылки с оливковым маслом, но как оливковым маслом не пахнет. Вот такие вкусненькие, тоже такие свеженькие, приятный аромат. Вот таких вот два. Вот такие вот у меня были покупочки в мае. Все остановилось. Хватит пока мне. Так что, как-то так. Девочки, подскажите мне, пожалуйста, кто производитель вот этого всего. И буду с вами прощаться. Коротенькое видео получилось. Всегда такие большие. По часу, по 50 минут. Ну, а сейчас коротко и ясно. Всем спасибо. Всем удачи. До новых встреч. Пока-пока. Счастливо!